тюненный выхлоп, Акрапович, обалденный звук. Проект обошелся 60 тысяч рублей. Прежде всего, это Нива, машина для бездорожья. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни писал, там отзывы вообще, шмотзывы, похуй. Нормально, крутит движок, то есть все четко, все работает. Друзья, приветствую вас на канале Инстапапа. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, гремите этими бубенцами, оставляйте комменты. Все прочитаю, каждому отвечу. Сегодня у нас на обзоре Нива Урбан. Ребят, это вторая часть обзора. Нива Урбан, тюнинг выхлопа. Сегодня вы увидите, что у нас получилось, какой получился звук, как мы ее прошили, как она поехала после этого. Поэтому смотрим. Наконец-то пришло время рассказать вам о том, что мы установили на этот автомобиль. А на этот автомобиль мы установили выхлоп. Тюненный выхлоп, Акрапович, обалденный звук, обалденная динамика. Почему? Ее еще и прошили. То есть, помимо того, что сделали выхлоп, добавили еще прошивку, чтобы машина работала более-менее адекватно и хорошо. Посмотрим, что здесь было сделано. Абсолютно полностью кастомный выхлоп. Это банка прямоточная, раздвоенные глушители, везде оцинкованная труба, старого резонатора нет. Убрали катализатор, но оставили выпускной коллектор. Оставили выпускной коллектор, поэтому здесь вот получилась вот такая ситуация. Звук у машины получился просто обалденный. Ну и она, скажем так, Нива поехала. Нива поехала. Я думаю, вам это будет интересно. Мы покажем это на тест-драйвовых заездах. Ориентировочно проект вот такого выхлопа вместе с прошивкой обошелся 60 тысяч рублей. Ссылка будет в описании на сервис, где производился этот ремонт. ZL Custom. Ребята делают все виды работ. Силовые бампера, силовые обвесы, багажники, ну и также занимаются выхлопом. Все было очень долго по времени, пока пришли запчасти. То есть оцинкованную трубу, вы видите, ее купить не так долго, да? Вот ее варили, подгоняли, где-то в течение месяца шли банки, шли выхлопы Акраповичи, после чего это все собиралось, это все примерялось, ставились дополнительные крепежи. Вот здесь вот посмотрите, видите, вот здесь вот было переварено, здесь дополнительное усилие было сделано. Первый раз, когда мы поставили выхлоп, вот эта труба немного долбила по бамперу. Сделали вырез побольше. Посмотрели, после того, как установили, посмотрели все места, где есть моменты касания глушителя с кузовом, есть или нет. То есть вообще любой кастом, любой тюнинг кастомный, он забирает определенное количество времени для того, чтобы доработать. Дополнительно сделаны определенные крепежи под определенным углом. Все это четко выверено, чтобы не касалось ни рамы банка. То есть вы понимаете прекрасно, что банка должна все равно работать. Она находится на резиновых подушках. Вот их тут с двух сторон две штуки. Ну, сейчас все работает идеально. Никаких посторонних ударов о кузов, ничего такого этого нет. Я доволен и огромное спасибо ребятам за ZL Custom. После того, как мне сделали выхлоп и перепрошили машину, она пошла реально интересней. Я не скажу, что это гоночный болид, но не подумайте, ради бога. Но нет, это не гоночный болид, это Нива. Прежде всего, это Нива, машина для бездорожья. Но так или иначе, она стала более приемистая, звук стал более басистый. Вот. Ну, да мне просто нравится эта машина, на самом деле, во всех ее проявлениях. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни писал, там отзывы вообще, шмотзывы, похуй, на самом деле. Ребят, ну звучит она достойно. Достаточно такой приятный, басистый звук. То есть, и плохо, что камера не передает всей полноты вот этого насыщенности вот этого выхлопа Акраповича, да? Но так или иначе, звук
сильно агрессивный, то есть он не будет соседей, но сигнализации на машинах срабатывают. Меня вообще в этой машине устраивает все. Теперь осталось работать нам над музыкой. Проект с музыкой мы будем делать вместе с Bass Brothers, город Томск, молодые талантливые ребята, у которых достаточно умения, желания работать. Я думаю, этот проект будет тоже очень интересный. Стоимость проекта в районе 200 тысяч рублей будет. Ну, ориентировочно пока предварительная смета. Вообще на сегодняшний день в эту машину вложено порядка 300 тысяч рублей. Судите дальше сами, надо оно вам или нет. Есть Нивы, которые тюнингуют, вкладывают и по миллиону, и по полтора, и по два, наверное. Вот. Но мы не будем так делать. Мы сделаем эконом-проект. Ну, я думаю, что в среднем где-то бюджет машины будет ровно такой же, сколько она стоит в салоне. То есть 600 тысяч там с копейками. Ну, давайте по прямой. Ребят, спасибо, что посмотрели этот выпуск. Было интересно. Вы увидели все, что мы поставили, Акраповичи, как это все получилось, как у нас этот кастом весь вышел. Поэтому ставьте лайки. Опять же, подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного автомототехники. Всех обнял.